За заслуги в области экономики и финансовой деятельности, многолетний труд на благо Белореченского района, звание «Заслуженный экономист Кубани» удостоена начальник отдела муниципальных закупок районной администрации Нелли Александровна Вялая. От имени губернатора края награду вручил глава района Иван Ингрунд, пожелав виновнице торжества дальнейших успехов в работе. В свою очередь Нелли Александровна поблагодарила коллег. Я благодарна, конечно, Вениамину Ивановичу Кондратьеву за столь высокую оценку моего труда, но без Ивана Ивановича этой награды бы не было. Поэтому спасибо вам большое, Иван Иванович, за помощь, поддержку и понимание. Спасибо.